Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. И сегодня 12-е уже число, 3 часа ночи. Я говорил своим партнерам, что совась, засиживаюсь допоздна. И этот ролик вот о чем. О том, как мы собираемся строить структуру на платформе InfiniAI, и вы сейчас увидите, как это все действует, поскольку есть первая заявка в структуру. Вот смотрите, вот этот вот ролик, вот он, как подать заявку в структуру, выложен на канал всего 1 час назад, если вам видно. Вот аналитика по этому ролику. Это аналитики YouTube. Всего 11 просмотров. Всего было 11 просмотров. Этот ролик, рассказывающий о том, как пользоваться вот этим блогом для того, чтобы попасть в структуру. Вот сейчас он имеет вот такой вот вид. Рекламировался этот блог на сайте Easy Hit for You, о котором я вам рассказывал, есть на канале информация об этом. И вот здесь вот статистика по показу этого блога. Вот эти оба выставленных сайта, это один и тот же блог, просто для геотаргетинга один выставлен на Россию, другой на Украину. Было всего 5 показов на Россию и 11 на Украину. То есть это, я не знаю, с какого именно канала, по какой именно ссылке, где увидели именно информацию об этом блоге. Но факт в том, что за 30 показов в течение часа, в течение буквально 1 часа есть один желающий зарегистрироваться. Это не то, это другое сообщение. Заявка, которую заполнил желающий вот в этом окошке, пришла мне на почту, которую я даже не открывал. Хочу сделать это вместе с вами. Вот время 3:22. Еще раз давайте посмотрим. Несколько минут назад я сразу кинулся снимать ролик. Открываем письмо вместе с вами. И видим, вот на этот email, пойдет реферальная ссылка. Надо было найти сразу ролик, где рассказывается о тех ребятах, которые до вот этого участника подали заявку, а точнее они через соцсеть захотели войти в команду. И если я все правильно помню, эта участница или участник получит рефссылку, наверное, не Сергея, потому что под Сергеем запланирован уже Дмитрий. Вот эту ссылку получит Олег. То есть вот этот участник получит ссылку Олега. И у Олега тоже будет один партнер под Олегом. Вот так вот это все будет действовать. Только всем нам... Нет, этот в спам попал. Я сейчас еще одно письмо ожидаю от Rocket Refresher. Это не то. И вот таким вот образом будет действовать эта схема. По очередности, кто когда подал заявку, кто вперед кого, вот тому и будет идти следующий партнер. Вот таким образом будет строиться так называемый бинар, и все пустоты будут заполнены, все абсолютно. Вот так, ребята, мы с вами и девчата построим хорошую структуру и будем иметь большие заработки на платформе InfiniAI.
На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.